Друзья, всем привет! Я после стольких лет в Сибири уже, честно говоря, отвыкла, что в конце октября, в начале ноября может быть настолько тепло, можно даже ходить в кожаной куртке, днем наслаждаться даже поистине таким жарким солнышком. Но, тем не менее, хоть в Ясности и потеплее, чем в Новосибирске, все-таки у нас уже не май месяц. Поэтому нужно набирать дополнительные, вовсе не лишние, килограммы, плотно питаться и переходить на зимний режим. И, по крайней мере, с пунктом «плотно питаться» нам с вами поможет традиционное литовское блюдо цепелины. Цепелины меня научила готовить Рита, это сотрудница нашего центра, но она, в принципе, помогает мне и с литовским языком, и много мы с ней общаемся и по поводу кулинарии, традиций. И вот цепелины мы с ней как-то раз вместе готовили. Потом я готовила цепелины без нее, у меня все развалилось, они у меня все расклеились. И вот теперь третий раз, когда я готовлю цепелины, и второй мой самостоятельный раз. Поэтому, может быть, кому-то я подскажу этот рецепт, кто еще об этом не знал. Ну, а литовские зрители могут меня ругать. Ну, или хвалить, я уж не знаю, как получится. В общем, начинаем. Знакомлю вас с литовским блюдом цепелины в моем исполнении. Итак, сегодня мы готовим цепелины. Из ингредиентов нам, во-первых, потребуется огромная любовь к картофелю, потому что с картошкой придется повозиться. Также сырой картофель, который мы будем начищать, картофельное пюре, бекон, сметана, картофельный крахмал и терка. Поскольку я не имею электротерки, я буду начищать все вручную. И, так сказать, пройду настоящую цепелиновую инициацию. Так что пожелайте мне удачи и пожалейте мои бедные руки. Итак, пока остывает наша вареная картошка, начинаем натирать сырой картофель. Трем и умоляем бога цепелинов облегчить наши страдания. 2000 years later. Самое смешное, что когда цепелины уже были готовы, и я пошла угощать Риту, я узнала, что в центре, оказывается, есть электротерка. Далее мы отжимаем сырой картофель и избавляем его от лишней влаги. Хорошенько жмем, удобнее будет через марлю, но я про нее забыла и просто выжимала через сито. Образовавшуюся жидкость сразу не выливаем. Пусть немного постоит, и когда мы начнем ее позже сливать, то на дне обнаружим крахмал. Его вкупе с отжатой сырой картошкой и картофельным крахмалом из упаковки мы добавляем к вареному картофелю. И у нас получится не только длинные предложения, сплошь состоящие из вариантов слова «картофель», но и классное тесто, похожее на пластилин. А далее мы с вами делаем лепешки, чуть больше ладони, но не очень тонкие. Кладем немного фарша в центр, не переборщите, чтобы цепелины не лопнули в процессе варки. И катаем в руках, пока наша мясо-картофельная комбинация не будет напоминать дирижабль. Далее важный нюанс, которому меня научил подписчик из Эстонии, а потом информацию подтвердили и опытные литовские хозяйки. В кипящую воду мы обязательно насыпаем картофельный крахмал, чтобы появился такой эффект киселя. Тогда наши цепелины будут вариться не в активно бурлящей воде, из-за чего их может просто разорвать на части, а спокойно, мягко, и по итогу мы получим идеальные красивые дирижабли. Завершающий штрих – фирменная беконово-луковая поджарка и щедрая порция сметаны. Если вы любите картошку так, как люблю ее я, и вы в целом не против наесть попу размером Сибирский федеральный округ, то это блюдо точно для вас. Приятного аппетита!